Друзья, привет! Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Я думаю, что вы уже угадали, где мы сегодня снимаем. В этом месте на самом деле очень много нарушителей. И самое циничное в том, что люди, которые пишут законы, сами нарушают, сами ставят машины под знаком. Мы уже сделали обращение к сотруднику ДПС. Да. Хотим обращение сделать по поводу массового нарушения правил дорожного движения. Практически на ваших глазах поворачивается парковочка. Ждем, когда они подъедут. А можно продублировать? Скажите, что СМИ приехали, общественная организация тоже будут смотреть. Уже не один раз, иногда в Киеве дежурную часть. Ожидаем. Если вам не сложно, скажите, что приехала СМИ и общественная организация будут контролировать, как быстро приедут они на вызов. Можете продублировать? Спасибо большое. Есть. Ну вот, как мы видим, в ту сторону сейчас вот немножко осталось, было 5 машин. В эту сторону было 6 машин. Я думаю, что работа будет, когда приедут эвакуаторы. Мы найдем, чем их занять. Андрей, ну машины непростые, с пропусками, номера интересные, да? Машины, ну, я говорю, что здесь стоят люди, которые пишут законы. Но почему-то сами не хотят их соблюдать. С Новым годом! Праздник нам приходит, праздник нам приходит. И подарки нам несут. У-ху! И пошли подарочки внутрь. С Новым годом! Ура! Здравствуйте. А обращение примите? Дом 1, охотный ряд. Под знаком порядка 10 машин. Вот только что вот можете послушать рацию, сейчас подъедет да? Инспектор, вот только что вызвал. Спасибо можете, огромное. Можете услышать прям сами. Не-не, ну хорошо, если вызвали, то что уже. Не, вызвали, сейчас я еще раз скажу, не переживайте. Спасибо большое. Так, спасибо за обращение. Ну, потому что они сами придумывают эти законы и сами же паркуются там. Здравствуйте. А можно обращение сделать? Там под знаком больше 10 машин стоит. Может быть, как-то отреагировать? Вызвать? Или если сами не можете? Хорошо, подскажу. Спасибо большое. А вот нам едет командир. Ура! Вот инспектор позвонил нарушителю, чтобы попросить его убрать машину. Вот там телефончик. Телефончик не работает, поэтому нарушитель будет стоять дальше, а инспектор пойдет сам по себе дальше тоже. А включите, пожалуйста, маяки, а то у нас тут какие-то активисты стоят, а вы нарушаете. Давайте сделаем так, чтобы... Включите, пожалуйста, маяки, ну включите. Попади, напомню. А то активисты стоят. А может, пожалуйста. Не аккумулятор, может, такую в прошлый раз? Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста, или отъезжайте, да, действительно, лучше отъехать. Да, лучше отъехать. Это тоже вариант. Инспектор вежливо просит нарушителей удалиться. Когда это было такое, а? Вас когда-нибудь просили просто удалиться, когда вы стояли и нарушали? На вас выписывали протокол. Но нет, только не в этом месте. В этом месте протокол не выписывают, просто просят вежливо отъехать. Мне кажется, это предновогодняя акция. Не оштрафуй, а предупреди. Может быть, они так относятся ко всем водителям. Надо проверить, поспрашивать. Ну вот, инспектор смотрит в асфальт и говорит, что ну вы же понимаете, на вопрос, почему он прогоняет, а не выписывает штрафы этим машинам. Машинам с пропусками. Непростым машинам. Ну ты же видишь, я несу подарки. Что ж ты меня трогаешь-то? Еще одного нарушителя инспектор уговаривает отъехать. Мы в своем праве требовать от инспектора выполнения его служебных обязанностей. Мы хотим, чтобы нарушителя эвакуировали, а не предупреждали. И этого эвакуировать, вот этого эвакуировать, и вот того тоже эвакуировать. Инспектор, начинайте работать. Барсяка пытается перевести сотрудников полиции на сторону добра и уговорить все-таки эвакуировать машину вот с таким непростым пропуском.
сейчас эвакуируем Госдуму. Когда у вас еще будет такой шанс? Только с нами. И у Госдумы можно навести порядок, если захотеть. Всего-то пара-тройка неравнодушных людей. Полчасика времени. Явное нарушение. Циничное, я даже так сказал. Ну, и МАДИ в том числе. Творите добро, друзья мои. Все это сделать очень легко. Наказывайте машины чиновников. Они нам придумали правила парковки. Платные парковки по всей Москве. Мы их за это накажем. Привет! Нам вас так много, нам так нужна ваша помощь. В описании есть ссылочка, надо зайти и проголосовать за нас в категорию «Транспорт», канал движения. Ура!